Жила на свете маленькая девочка. Она была очень доброй и всегда старалась всем помогать. Маме, бабушке, маленькому братику и другим людям. За это мама и бабушка называли девочку маленькой принцессой. А потом и другие люди стали называть так девочку. И девочка старалась быть точь-в-точь, как настоящая принцесса. Однажды, когда девочка гуляла на улице, к ней подошла старушка, горбатая и безобразная, как Баба-Яга. И все дети сразу же отбежали подальше, на всякий случай. Но девочка осталась, так как принцессы не должны относиться к людям плохо, даже к Бабе-Яге. «Ты доброе и милое дитя», — сказала старушка, — «и достойна стать настоящей принцессой». Девочка кивнула, ей уже много раз так говорили. «Я знаю одно царство, где очень нужна принцесса», — продолжила старушка. «Хочешь пойти туда?» И девочка ответила, «Как в самоделишная принцесса». «Если где-то люди нуждаются в принцессе, я не могу не пойти туда». Старуха громко рассмеялась. Топнула ногой. «Так иди, ты станешь маленькой принцессой царства мертвых». И девочка тут же упала замертво. Когда девочку хранили, она была очень-очень красивая. И люди говорили, что она будет самой красивой принцессой в царстве мертвых.